Абсолютно. Что значит абсолютно, Мишель? Ну, это их ребенок. Они что хотят, то и делают. У них полная свобода. А я так не считаю. Что ты так не считаешь? Что у них полная свобода? В драматическом театре Тихоокеанского флота состоялась премьера спектакля «Бог резни» по одноименной французской пьесе. Две семейные пары – герои комедии французского драматурга Ясмины Реза. Реи пришли в гости к Валонам, чтобы поставить точку – юридическую и человеческую – в истории драки их сыновей-подростков. Разборки мальчишек позади, и теперь настал черед родителей – все решить мирно. Это достаточно известное произведение по пьесе французского драматурга «Женщины». В свое время был снят фильм, я перечитал пьесу, и она мне показалась очень любопытной, очень современной. Я благодарен драматургу, которая написала очень веселую, достаточно интересную историю, и появилась возможность поговорить благодаря этой истории на какие-то очень серьезные темы. Автор пьесы, французская писательница Ясмина Реза, с помощью комедийной подачи показывает, как человек меняется под воздействием своих эмоций. Режиссер постановки Роман Колотухин отметил отличную актерскую игру. Я в какой-то момент понял, что вот эта актриса будет играть эту роль, этот актер будет играть эту роль. Ну и вот, к счастью, я очень рад, что ожидания мои не оправдались. Над этой комедией можно от души посмеяться, а потом задуматься с иронией, а где-то и откровенной сатирой. Режиссер показывает нам, как легко от показной толерантности и интеллигентности современные люди переходят к тому древнему уровню общения, в котором правил «Бог резни» и его девиз «Око за око, зуб за зуб». Чтобы зритель не просто посмеялся, но еще и задумался. Вот. И здесь, в данном случае, мне кажется, мы с артистами, ну, я в первую очередь, как режиссер, потому что я взялся за этот материал, и эта мысль была изначально у меня, чтобы это получился умный, серьезный какой-то разговор со зрителем. И вот мне бы хотелось, чтобы зритель после просмотра этого спектакля действительно ушел с какими-то мыслями. Чем закончился спор французских семей в пьесе «Бог резни», можно узнать, придя в театр Тихоокеанского флота. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.